Сегодня православные верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи. Второе имя святого – Креститель, потому что он крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Это один из самых почитаемых в христианстве церковных праздников. В Ярославле верующие прошли крестным ходом из Федоровского собора до храма Иоанна Предтечи, где состоялся молебен. Иоанн Предтеча – это мой святой, это мой любимый святой. Он спасает от боли головы, он меня спас, у меня была бляшка 70%. И когда я ему сильно помолилась, то у меня она оказалась 35%. Даже врачи удивились, каким образом бляшка, она не рассасывается, а у меня рассосалась. Поэтому как не прийти было?